Всем привет, друзья! Решила я, пришла мне в голову такая идея поделиться с вами своим сокровенным, своими фотографиями детскими. Значит, имею вот такой вот альбом, он небольшой на самом деле, хотя кажется толстым, фотографий здесь не очень много. Берегу его по сей день, потому что это единственное, вот, что осталось с детства, да, что напоминает, ну, кроме моих воспоминаний, вот единственные фотографии, которые есть. Потому что раньше как было? Не было в семьях фотоаппаратов, то есть изредка где-то у знакомых, возможно, были они черно-белые, ну, вот вы сами помните. Значит, показываю свой альбом, это прям детский-детский, но он такой весь разорванный, короче, немножко прессованный, сразу предупреждаю, то есть в таком виде надо как-нибудь заняться, его привести в порядок, как-то переклеить, потому что странички все поотходили, они из толстого такого картона, вот, привести в порядок, не знаю, почему в таком состоянии, возможно, мне кажется, может, моя мама мне в детстве давала им играться очень часто, потому что он и порисованный, ну, короче, вот какой есть. Показываю свои сокровенные. Некоторые фотографии есть в начале, которые, в принципе, ну, наверное, хотя не детские, но запрещены. Ну, короче, содержание у них, я там, ну, не одетая, короче. Поэтому я как могла, позаклеивала там некоторые части. Буду показывать фотографии. Значит, так отсвечивает. Я вот так вот камерой, вроде как, вот должно быть нормально. Видите, какое оно? Все вот это вот дело. Либо он, ой, боже мой, сейчас еще отру. Либо он падал, либо что. Надо как-то, не знаю, как придумать. И прошить не прошьешь, потому что страницы очень такие толстые. Ну, в любом случае, надо будет что-то придумать с ним. Вот. Но я, кстати, сама очень давно его не доставала. Очень давно. Так что интересно даже самой. Вот это вот я, такая толстушка. Лена, когда у меня, я потом сделаю когда-нибудь рубрику Лены фотографии, покажу. Их тоже у нас немного, потому что в основном все у нас все фотки на компьютере. Как-то вот мы фотографии не печатаем. То Лена в детстве была более, у нее овальное личико было, у меня такое круглое лицо. Вот такая вот я, беззубая, лысая, волос вот практически, видите, практически нет, что и сейчас наблюдаются, волосы такие редкие у меня. Это моя мама, вот смотрите, правда на меня похожа? Вся в конопушках, потому что лето, родилась я 21 июня, летом, в жару, и моя мама вся в веснушках. Я тоже на лето, у меня веснушки появляются, а к зиме исчезают. Так, уже аж рука трусится. Так что вот это моя мама. Моя мама меня родила в 18 лет. То есть здесь моей маме 18 лет, совсем молоденькая. Так, дальше. Ну, практически идентичная фотография. И вот видите, немного порванный. Ну, вот извиняйте за вот что имею, то имею. Вот это я руки в рот тяну попробовать на вкус. Так, и здесь вот фотографии. Дальше пошли. Вот это вот я, видно уже постарше. Вот плохо, что не подписано, какой год, сколько лет. Вот здесь я уже пробую сама обуваться. Видите, какая в теле? В теле такой ребенок. Полненький. Здесь фотография, к сожалению, испачкана. Это мама. Это я что-то здесь уже обуваюсь, а здесь я что-то пытаюсь есть с тарелки. Так, здесь тоже. Такие вот погремушки раньше, помните, были? Боже, у меня голова реально квадратная. А сейчас не такая. У меня тоже Лена родилась такой. У нее вытянутая назад была голова. Так, здесь я закрыла все прелести ногой. Такая вот прям складочки, складочки. Вот. Вот это мои первые игрушки. Это какая-то надувная штука. Конечно же, я не помню. Шарики. Боже мой, голова... квадрат. Это рука моего дедушки любимого. Так, дальше сейчас. Сейчас. Так. Ну, это то же самое, да, практически. Вот здесь вот, ну, вот видите, да, то, что придумала, что мне в голову пришло, вот я сделала. Вот здесь я плачу беззубым ртом. Кто-то, видно, меня обидел. Это моя лошадка, это мама рядом клетчатой. Это платье у нее клетчатое такое. Вот это я конячка, я ее до сих пор помню, на колесиках, и можно было возить так. Вот тоже я оглянулась.
такие черно-белые фотографии. Здесь я пробую халатик на вкус. Тоже надо. Так, что здесь? Это аэробика, гимнастика, наверное. Так, здесь моя мама, мой отец родной, но он с нами не жил, он от нас ушел. Ребятки, я точно не помню, мама рассказывала, то есть я его, ну, с детства не помню. Он ушел, то ли мне было год, то ли два, ну, наверное, около двух где-то, хотя двух, наверное, не было. И меня воспитывал отчим, то есть я его называю папой, и он для меня является родным папой, мой отчим. Его, к сожалению, уже с нами нет, к большому сожалению. Вот, это все наше семейство много-много лет назад. Мама такая смешная. А раньше, видите, вот как глаза красили, такие стрелки, стрелки. Это 86-й год. Интересно. Так, тут я уже рано, но уже с медалями. И здесь вот с родным отцом. Клетчатые рубахи. Так, это уже 88-й год, это я в садике, вот такая щекастая, сандалики. Ой, даже не знаю, будет вам интересно или нет. Это тоже в садике, 91-й год, в 91-м году у меня уже моя родная сестра родилась, у нас с ней разница в 5 лет, я на 5 лет старше. Это я с медведем, с настоящим, а я вот это вот, кстати, помню, я вообще очень много с садика помню. Медведь настоящий, ребят. Он такой классный и большой. Мишка. Тоже в садике. Это я, это капуста. Видно, какой-то стишок рассказывала или что. А я помню это платье. 93-й год. Короче, на каждый Новый год в садике я была всегда лисичкой. Вот, к примеру, вот этот костюм мне шила бабушка. И каждый год мне шили костюмчик. Все собственными руками, ничего, ребят, не покупалось. Все шили сами. Жалко, здесь не видно, у меня еще сзади на юбке настоящий лисий хвост. Ну, сшитый из, ну, из меха лисьего. Настоящий, из настоящей лисы. То есть, видите, блузочка вот тут пошита сверху, такой вот лифчичек. Юбка, перчатки, варежки такие, чешки. Все как полагается. А сзади хвост, так что настоящая лиса. Здесь тоже я лисичка, уже другой наряд тоже бабушка шила. Вот здесь вот это типа ушки, вот, сделаны такие из меха. Это из настоящего лисьего. Вот. На шею мне повязали золотинку, а как же. Вот такой вот у меня наряд. 94, это 93, это 94 год. Это я уже пошла в первый класс. Сейчас я вам покажу, где я. Боже, фотография как будто какие-то из 70-х годов, честное слово. Вот это вот я. Вот видите, какие... Сейчас попробую поближе. Какие у меня были светлые волосы. Они летом у меня выгорали, почти как белые были. Вот смотрите, на фоне кирпичей сзади практически не видно, что у меня два хвостика по бокам. Такие белые волосы, короче, были. Это на Новый год, это в этом же, по-моему, в первом классе или во втором, я не помню, наверное, во втором это классе. Тут фотография, видите, раньше бывало, что так засвечивалась фотография немножко. Такие были изъяны, черно-белые. Корону я помню, как мы с мамой делали сами. Это такой плотный-плотный картон, все вот это вот сделано, там и битые игрушки есть, ну вот раньше делали. А здесь вот под подбородком резинка такая, такая корона у меня была. Так, это тоже с садика, как-то они в разнобой идут. Это я в садике, 91-й год. Платьюшко такое прикольное, моднявое. Похоже на шифон, да? И бант прям под цвет. Шарик. Офигеть, какой большой. Так, ну это типа такое, это я. Как на предыдущей, где я капусты стишок рассказываю. Так, о, это тоже повторка. Ну, не знаю почему. И это повторка. Странно. Так, вот это вот уже второй или первый. Нет, это первый азбука, видите? Вот тех годов. Это в первом. Видите, вот смотрите, какие белые волосы. Правда, фотка, у меня здесь лицо красное. Ну, вот раньше не было ж ни этих, ни фотошопов, ничего.
Смотрите, посмотрите, какие белые волосы, какая челка. Обалдеть. Похожа я на себя? По-моему, да. Вот это вот тоже я. Только какая-то обстриженная, типа что-то каре такое непонятное. Этого кота я не помню вообще. Что за кот? Я только знаю, что это фотка у соседей наших сделана. Ну, эту тоже мы уже видели. Так. Вот это вот тоже подобное. Вот это моя сестра, Женя. Это у нее костюм конфетки. Правда, похоже? Это конфетка, тоже мама делала. Вот типа вот конфетка. Ну, а я снежинка, стандарт. Тоже такая уже была. Это второй класс с букварем. Что-то они так повторяются, да? Мы же все равно хранили каждую фотографию, потому что вот у нас фотоаппарата не было. В те годы никогда у нас не было фотоаппарата, ничего. Так, ребятки, это третий класс, окончание. Это моя первая учительница, которая меня учила 3 года. Вот слева Людмила Всеволодовна. А это я. Так, засвечивается, да? Сейчас вот так вот. Это я. Это третий класс уже окончен. Прощай, начальная школа. Это 5-й класс. Знаете, где здесь я? Вот она. Вот она. Девочка с белыми волосами. 5-й класс. Это мне получается здесь 10 лет. То есть как Лена моя. Да. Юля в 5-м классе. Да, это 5-й класс. Наверное. Ну, что-то я такая взрослая. Может, это уже 6-й. Но тут уже, к сожалению, не подписано ничего. Вот моя сестра. Вот ее кусочек лица. Вот это я. Такая уже упитанная. Это я на день рождения у одноклассницы. Вот у нас там тортик. Вот это я. Вот это вот новогодняя фотография с Нового года. Это мы в классе отмечали Новый год. Написано 5-й класс. Это я и сестра моя. Вот это я. Ну, поняли, да? Но здесь я как-то так взросло выгляжу. Прям такие щеки. Прям такая девушка. Лодочки. Ну, наверное, 5-й раз написано. Обалдеть. Так, дальше. Ну, это тоже уже... Была. Это соседка наша. Это я. Это мы на море в Рыбаковке. Это я маленькая. На матрасике. Это мы с палатками ездили. Но я этого не помню. Этой поездки. Так, это садик опять. 89-й. Вот я. Такая смешная. Это тоже я. Подстриженная. Помните, я рассказывала, что в садике меня на лысо стригли. И вот это у меня уже волосы отрастают. Чуть-чуть так. Снежнючая. И здесь тоже вот я. Все мы снежиночки. Такие классные. Так, все, альбом закончился. Альбом для фотоснимков. Цена 5 рублей. 5 рублей. 85-й год. Дата изготовления. И пропустила я еще одну страничку. Здесь есть моя любимая фотография. Вот эту страничку пропустила. Вот это моя самая любимая фотография. Мне она так нравится. Я такая смешнючая тут получилась в этом платочке. Просто вообще мне так нравится. Вот такой фотоальбом. Это прям детский-детский. Так и называется наш ребенок. Развалюшка, а не альбомчик. Так, это такой небольшой альбом из 2 страниц. Это с садика. Выпускались когда. Вот это моя девичья фамилия. Показываю вам. Ну вот я. Ну тут вот я фломастером порисовала. Была маленькая, нарисовала. Хотела сделать татуаж. Вот я такая. 93-й год. Ну это общая фотография. Такие все интересные. Вот я с бантом. Да, сейчас, конечно, другого качества фотографии уже делаю, да? Так, а это выпускной со школы. Вот она я. Ну, тут прям как-то, прям как будто фотошоп-фотошоп. Вот такая я. Вот здесь мне что-то прифотошопили чуть-чуть, что-то какую-то прядь волос, что-то они какие-то неестественные.
Это 11 класс. Ну и вот тоже я здесь. Ну такая же фотография. Так, все. И вот еще некоторые фотографии нашла, тоже которых 100 лет не видела. Это мы с сестрой, ну с родителями ездили, не знаю какой год, все порисованное, а год не написан. Какой, неизвестно. Это мы в Скадовск ездили. Женя со змеей, а у меня обезьяна. Я еще помню, так боялась этой обезьяны. Я не знаю, какой это год, сколько мне тут лет, не помню. Это такие случайные фотографии, вот нашла, 100 лет их не видела. Это нас случайно фотографировали на работе. Ну, то есть было какое-то мероприятие, были фотографы и случайные сделанные фотографии. Это я. Это тоже я. Такое не очень качество, какое-то бледноватое. Очкарик. Сейчас в последнее время очки не ношу. Хотя, а у меня просто они поломались. Хотя плохо вижу, надо будет очки. Это тоже, это все такие случайные фотографии. Это тоже то ли свадьба какая-то была, то ли что. Это мать на работе. Вот это тоже случайная фотка. Это я. Волосы какие-то темные. Это тоже я. Видите, случайно просто кадр сделан с микрофоном. И последняя фотография тоже я. Что, ребятки, буду заканчивать. Вот такие вот фотографии я с вами поделилась, своими детскими фотками. Ну, надеюсь, кому-то будет интересно. Но мне было, я посмотрела с удовольствием, с большим. Очень редко все это достаю. И мне было классно.